Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания. Сегодня у нас с вами видеообзор на вот такой арахис хрустящей корочки со сметаной и зеленью. Вот, предыдущий у нас был с сыром, а это вот такой. Купила его в фигпрайсе за 25 рублей. Да, кстати, традиция России здесь написано. Так он выглядит, здесь 60 грамм. Так, состав на него будет, фотография в конце ролика. А сейчас давайте посмотрим, что же у нас внутри. И также у меня есть такая тарелочка, на которой мы сейчас будем все это смотреть. Да, кстати, забыла сказать, что это новинка. Там уже что-то выкатилось, я смотрю. Их много. Они беленькие. Так, сейчас посмотрим. Отличаются? Отличаются. Здесь нарисованы желтенькие с тонким слоем. Здесь на зеле беленькие. И что-то их довольно, мне кажется, маловато. Давайте их пересчитаем. В прошлом пакетике было 62 штучки. Посмотрим, сколько в этом пакетике. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61. 61 штучка. Одной не хватает. Напишите мне в комментариях, сколько у вас штучек, если вы считали. Потому что одной не хватает. В той было 62 с половиной даже. Там еще маленькая была половинка. А тут 61. Я же чувствую, смотрю, не хватает чего-то. Вот здесь они немножко... не настолько хорошо сделаны, есть вот пробелы какие-то, здесь вот тоже, как будто слой тонкий, хотя вот тут кажется, что толстенький. Ну, давайте попробуем. Тоже хрустящие такие же. Да, лук я чувствую. Что там у нас? А, сметана и зелень. Ну да, такая зелень есть, сметана вроде. Ну. Ну да, что-то там есть вкус такой сметаны и зелени. Такой химический, непонятный. Там, кстати, у нас сколько? А я добавил здесь у нас 3 штуки. Ну, в принципе, как и в том. Наверное, такой же состав. Хотя по ощущениям кажется, что там не 3 я добавки, а, наверное, все 15-20 штук. Такие чувствуются прям соленые. Те были с сыром как-то повкуснее. А здесь вот больше чувствуется, знаете, орех. Вкус ореха. Там чувствовал сначала сыр, потом орех, потом химия. А здесь чувствуется сразу как-то орех. И в какой-то там степени, как-то так далеко, это зелень. И потом там что-то подобное, похоже на сметану. Да, как-то так.
Не знаю, это чисто мое мнение. Вы также, конечно, купите, попробуйте. Напишите, что почувствовали вы. Потому что это все-таки все равно химия. Здесь химии много. Я сомневаюсь, что там будет состав прям натуральный. Вот. Хотя, конечно, чипсы Лейс сейчас делают, пишут, что там только картошка и специи, и все. Но там якобы состав прям гениальный. Вот. То тут, конечно, состав совсем другой. Это и видно. Ну, в принципе, в Лейс тоже видно, что состав такой. Но здесь, кстати, видно, что зелень. В принципе, тут что-то сухое такое посыпали. Ну, а белые, наверное, это типа сметаны. Сметану, наверное, крахмал, скорее всего, добавлен. Большое такое тесто полученное. И им просто облепливали их, чтобы они были кругленькие. И потом подсушивали. Весь рецепт вам рассказала. Ну, к ним тянет. Хочется еще одну взять, еще одну взять и еще одну. Они очень хрустящие. Их приятно. То есть чуть-чуть зубками нажал, и тут же она прям крошится. Чем, допустим, я там 5 лет назад пробовала, я не могла раскусить. Для меня они были очень сухие, очень жесткие. Там, может быть, видимо, они лежат очень долго. Здесь, наверное, может быть, потому что свеженькие. Вот. Мне не понравилась сама партия, то, что тут есть пробелы. В тех вот не было. Может быть, потому что там незаметно было, они, может, желтенькие. Но здесь не указано, какая партия. Здесь просто 2018. В том была буква У, а здесь нету. Видимо, там вот две партии, наверное, вот без, с буквой У и без нее. Кстати, 60 грамм и 60 штук. Видимо, одна штучка такая весит 1 грамм. Ну, они здесь, видите, и большие вот совсем, и маленькие есть вот, чтобы сравнить. Также напишите в комментариях, как они вам понравились, не понравились. Может быть, куда-то вы их добавляете, в какой-то салат, может быть, крошите, может быть, их там долбите. Наверное, было бы вкусно, мне кажется. Вот сколько штук досталось вам? Может быть, их 65 досталось кому-нибудь. Я сомневаюсь, что их прям считать там будут. Пару маленьких, их уже будет чуть больше. Вот, на сегодня это все. С вами был канал Артмани. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока-пока.